Всем привет! Сегодня я начинаю играть в Aquanox 2. В меню действительно нет музыки, не пугайтесь. Несколько дней назад я прошел оригинальный Aquanox, игрушка очень интересная, в первую очередь сюжет. Сюжет был изумительный. Закончилось на самом интересном. Выяснилось, что бионты, оказывается, не побеждены. И все то время, пока люди, значит, осваивали морское дно, бионты осваивали сушу. Люди на суше жить не могут, а вот они смогли, отстраивают там заводы, города и готовятся к уничтожению человечества. Но, к сожалению, вторая часть не является сюжетным продолжением первой. События развиваются абсолютно в то же самое время. То есть пока Флинн там сражался с Краулером, там Коммодором Сулем и так далее, другой пацан, за которого мы сейчас будем играть, делал то же самое, в принципе. Поэтому что там с бионтами, мы, к сожалению, не узнаем. Вот. Отличие от первой части, ну, игра вышла через полтора года, поэтому, в принципе, графика та же самая. Вот. Но бросается в глаза то, что игра стала значительно сложнее. То есть, например, я был удивлен, что вторую миссию я с первого раза не прошел, а третью, так я вообще 5 раз переигрывал, чтобы ее пройти. Вот на данный момент я только 3 миссии прошел, но те навыки, которые я приобрел в первой части, их придется подкорректировать. Это во второй они не так работают. Вот. И атмосфера игры, она стала намного атмосфернее, как мрачнее, так сказать. Вот. И вообще почему-то, когда вот разговариваешь, там ходишь по кораблю, там по всяким рубкам, там докам и прочим, атмосфера, такое ощущение, как вот от игры Mass Effect. Вот. Такие дела. Системные требования игры. Windows 95, 256 мегабайт оперативной памяти, видеокарта 64 мегабайта. Вот, на семерке она работает, но, кстати, вот у меня сейчас в руках вот лицензионный диск от Russobit M. Вот, он, к сожалению, на семерке не пойдет, потому что игра защищена защитой Star Force. Можно купить в Steam. Можно купить в Steam эту игру за 99 рублей, но там будет английская версия. Поэтому мне пришлось скачать с торрента. Большое спасибо тем добрым людям, кто делает репаки. Репаки игр. Начинаем, пожалуй. Новая игра. Мир полон историй о Земле без неба. И мне казалось, что бабушка знает их все до единой. Бабушка Дрейк. Она всегда говорила, что ни звезда надежды, ни животворное солнце, ни луна любви не коснутся лучами этих мест, пока сами люди не станут огнями во тьме. Я помню один рассказ, который был готов слушать до бесконечности. Это эпос о мудром человеке, что жил во времена Великого Переселения. Природные катаклизмы уничтожили поверхность планеты, и люди были вынуждены променять истерзанные земли на мучительное существование во мраке морских глубин. Ученый по фамилии МакГрегор был великим мечтателем, одним из последних пророков на Земле. Он вторгался за границы человеческих знаний в десятках областей, пытаясь найти ответы на мучившие его вопросы. Слушая бабушку, я иногда представлял себя потомком великого МакГрегора. Эта история началась в 22 веке, когда на берегу Северной Шотландии МакГрегор обнаружил странное морское существо. Размером не больше ладони, оно напоминало королевского краба. Ученый принес существо в одну из своих лабораторий, чтобы провести тщательный осмотр. Открытие оказалось настолько пугающим, что страх и ужас чуть не свели его с ума. Когда он вместе с коллегами попытался сжечь существо, оно не воспламенилось. Они попытались раздавить его, но гидравлический пресс лопнул от напряжения. Я умолял бабушку рассказать мне, что страшного было в том существе. Но она лишь тихо говорила. Оно создано из плоти, золота и другого металла, которого нет на Земле. Оно способно размножаться. Горе тому, кто найдет эту тварь. Горе ему, ибо, согласно легенде, оно принесет ему смерть. Мысли о существах, что таятся в морских глубинах, наполняли мои бесконечные кошмары. В мечтах я представлял себя великим ученым, придумавшим оружие, способное уничтожить этих тварей раз и навсегда. Моя бабушка любила повторять, что один человек способен изменить мир силой разума, и только ему решать, к лучшему или к худшему. Подобно толпе, одна личность может сокрушить мир, если творит правое дело. Вскоре МакГрегор занялся созданием фантастических подводных лодок, о которых раньше мир мог только мечтать.
тем самым заложив основы технологии на века вперед. Без этих знаний человечество не смогло бы освоить океан. Я всегда боялся черных вод океана и в то же время мечтал вырваться из ненавистного заточения. Подобно МакГрегору, я хотел совершать открытие и странствовать в компаниях отважных наемников, о которых мне рассказывала бабушка. Мне было 9 лет, когда мы узнали о гибели матери. Она руководила судоходной компанией Drag Enterprises, принадлежавшей нашей семье. В то время наш флот насчитывал немало грузовых кораблей. Пираты напали на ее судно около мыса Горн. Ее тело так и не нашли. Мой отец Алонсо Дрейк, урожденный Алонсо де Гранада, не находил себе места от горя. 3 года спустя он покинул нас, не попрощавшись, и отправился бороздить океан в поисках счастья. Я так и не смог понять, почему он столь внезапно бросил единственного сына и семейный бизнес. Бабушка говорила, что он ушел вместе с братом, который тоже любил путешествия. Когда же я сам начал задумываться о приключениях в чернильно-темных водах Аквы, то испугался самой мысли о том, что в моих жилах течет неугомонная отцовская кровь. Бабушка всегда считала его безответственным и повторяла, что он, должно быть, обрел покой на морском дне, ступая по следам ангела. Под изящными словами подразумевалось, что он просто сошел с ума. После исчезновения отца компанию возглавила бабушка, однако контрактов становилось все меньше и меньше. Вскоре мы лишились финансовой поддержки, и участь Drake Enterprises была предрешена. Повзрослев, я стал работать штурманом на Харвестере, нашем последнем грузовом корабле. Со временем кошмары поблекли, а страсть к путешествиям все больше занимала мой разум. Став слишком бедными, чтобы содержать дом в Неаполисе, мы с бабушкой оказались в Тихом океане среди опасных непредсказуемых морей зоны торнадо. Там я занимался доставкой химсинтетического протеина и других продуктов в удаленные жилые районы. Бабушка умерла во сне. Вскоре после этого я, Уильям Дрейк, решил последовать примеру отца и отправиться по следам ангелов. Я решил стать героем собственного рассказа, истории о человеке, который захотел изменить часть мира и, подобно тому ученому, раскрыть последний из секретов Аквы. Но я не забыл то, чему меня научила бабушка. Наш мир соткан из тайн. Нельзя всегда быть в центре событий. Заметить подводную гору можно только издалека. Я всегда хотел сражаться, как те наемники из бабушкиных рассказов. Возможно, мне предстоит сойтись в битве с убийцами матери. Возможно, я принесу частичку света в этот несчастный мир без небес. Или, может быть, сам обрету надежду. Или, возможно, я был всего лишь юным глупцом. Бабушка любила повторять, что я наделен беспричинной храбростью и безрассудной уверенностью. Рыба без плавников, которая слишком рано попала в Акву и плывет навстречу опасности. Черт возьми, Сос! Нужна помощь! Вижу корабль на радаре. Кто-нибудь мне ответит? Говорит Бентос-7. Эй! Ау! Бентос-7, вы слышите меня? Я получил ваш сигнал бедствия. Я Уильям Дрейк. Говорит капитан Хэнк Беллоус. У меня тут хренов трюм заливает. Стабилизаторы накрылись. Плавучесть отрицательная. Мне уже плевать, кому придется целовать зад. Вызовите помощь, или я и моя семья тут долго не протянем. Не волнуйтесь, сеньор Беллоус, я помогу вам. Зови меня Хэнк, так проще. Ты сейчас где? К западу от вас, Хэнк. Правда, здесь слишком высокие хребты. Я не могу их преодолеть. Я сейчас загружу навигационные данные в твой компьютер. Он покажет тебе каньон, где мы находимся. Я пытался срезать. Этот район просто кишит пиратами. Теперь мы в ловушке. Дрейк, если ты не возьмешь нас на буксир... Мой корабль не пролезет в этот каньон. И у тебя что, нет скаута? Или еще чего-нибудь в этом роде? Да брось! Точно, я подойду к вам на своей лодке, Хэнк. Только дайте минутку подготовиться. Вдруг нагрянут пираты. Забей, парень, нет времени. Моя младшенькая уже отключилась. Но раз уж ты такой нервный, компадре, ладно, хватайся. Держитесь, Хэнк, я уже в пути. Пока я к вам плыву, подключите всех к дыхательным аппаратам нейроскафандров. Ладно, давай живей.
отправляемся в док. Кроме как в док нам пока идти некуда. И на задание. Задание «Спасите наши души». Ответьте на сигнал бедствия Хэнка Беллоуза. Следуйте по навигационным точкам, пройдите через каньон. Форсажа у нас пока нет, и не знаю, будет ли он в будущем. Спешим на помощь. Как вы уже успели заметить, музыка не стала хуже. Музыка также шикарная, тот же самый музыкант. Работал над музыкой, как и в первой части, Кай Уолтер. Так, вот эти обломки, их надо избегать, потому что при столкновении мы будем терять здоровье. Кстати, они взрываются, как ни странно. Вот, допустим, кусок металла. Взрываются. Нереалистично, зато красиво. Кстати, я заметил, мне показалось, по крайней мере, что взрывы в этой игре не такие красочные, как в первой. Вообще графика какая-то более такая... мрачноватая, что ли. Менее мультяшная, как сказать. Где он? Нас обманули? Это была ловушка? Он хочет нас убить. Тогда мы убьем его. Так, он сбежал от нас. Он не принял бой. Тогда мы возвращаемся на корабль. Так, друзья, что случилось? Куда плыть? Я не пойму. Я подзаблудился немножко. А, вот сюда, все. Вот черт, пока я отвлекся на этого идиота, мой корабль захватили. Захватили. Дом, это мой дом вообще-то. Уже стало традицией в этой игре, что главные герои нелепо теряют свои корабли. И походу этот пацан, за которого мы играем, Уильям Дрейк, он тоже такой же неудачник, что
это у того сперли, когда он банально в баре бухал корабль. Что у этого, пока вручал чью-то задницу, эта задница, кстати, оказалась фальшивой, схватили наш корабль. Вот наш корабль. Миссия выполнена. Нажмите Escape для вызова меню. Автопилот. Активируйте автопилот. Приковались мы к кораблю. Награды мы за эту миссию никаких не получили. Харвестер. Грузовик Дрейк Энтерпрайзес. Ходить по мостикам, по кают-компаниям, по кубрикам будем уже в следующей серии. Всем пока, до свидания.